В Ивановском отделении Центробанка пройдет День открытых дверей. Необычная экскурсия состоится 14 октября. Гости узнают о деятельности Банка России, посетят музейно-экспозиционный фонд. Желающие могут проверить и улучшить свои знания в области финансов. После занимательной экскурсии сотрудники банка собираются провести конкурсы и викторины. Для участия необходима предварительная запись. Звоните по телефону 32 77 04. Линия будет работать со 2 октября. Экскурсионные группы сформируют по 20-30 человек. Специалисты Ивановского отделения Центробанка в день открытых дверей надеются принять более сотни гостей. Вы сможете знакомиться с инкассаторскими машинами, которые будут находиться рядом с отделением Иваново, примерить на себя роль инкассатора. А для самых наших маленьких посетителей, которых мы тоже планируем здесь увидеть, в здании отделения, непосредственно в холле отделения Иваново, будут организованы интересные конкурсы и викторины.